В Волгограде вновь продвигают местных производителей. На базе Волгоградского института бизнеса был дан официальный старт фестиваля «Волгоградская земля. Волгоградское качество», который в этом году проходит под девизом «Сделано в Волгограде». Сегодня конкурс, он не только связан с пищевой перерабатывающей промышленностью, здесь также предприятия и, скажем так, других товаров. Актуальность поддержки продвижения местных товаропроизводителей, она очевидна, я бы даже так сказал. И сегодняшний же фестиваль, который проводится второй раз, а если второй раз, значит, можно уже считать традиционно, «Волгоградская земля и волгоградское качество», направлен на популяризацию среди школьников. Самим предприятиям это дает развитие с точки зрения увеличения объемов продаж и, соответственно, увеличения объемов производства. Идея знакомства школьников с местными предприятиями, их продукцией и рабочими профессиями возникла год назад. Весь процесс было решено сделать творческим и игровым. Это и открытые классные часы, это и методические разработки педагогов, это и конкурс сочинений, это и конкурс видеороликов различных предприятий нашего города. То есть дети должны почувствовать, попробовать, увидеть для того, чтобы подрастающее поколение знало о том, какая промышленность есть у нас в городе, для того, чтобы понимали, что рабочие специальности – это тоже очень важно и нужно нашей области, для того, чтобы у наших детей было желание оставаться в нашем регионе. В прошлом году в конкурсах приняли участие более 46 тысяч школьников, и в этот раз желающих будет не меньше. Победителей в каждом конкурсе определит компетентное жюри. Кроме первых мест, ребята могут побороться за специальные призы от самих предприятий. Важной составляющей фестиваля является организация познавательных экскурсий для школьников. Волгоградский институт бизнеса имеет здесь особое значение. В Волгоградском институте бизнеса уже второй год функционирует школа потребителя. Мы приглашаем всех учащихся принять участие в этой школе. О своих заявках они могут сообщить своим классным руководителям, а классные руководители уже выйдут на нас. Наши учащиеся старших курсов готовы выйти в школы, прийти, ребята могут к нам. Мы расскажем о ситуации в наших отраслях, о ведущих предприятиях, о той продукции, которую полезно и не полезно есть. Словом, у нас много чего интересного для того, чтобы наши учащиеся были здоровыми, счастливыми. Идеи фестиваля нам, безусловно, близки. Мы за то, чтобы мы поддерживали наших товаропроизводителей. Наши учащиеся школ могли найти себе в будущем рабочее место именно в нашем городе и связывали свою судьбу с нашим родным городом. Чтобы эта идея воплотилась в жизнь, школьники должны узнать о возможностях нашего региона и его предприятий. Конкурсы сочинений, фотографий, видеороликов и презентаций как раз способствуют этому. Самое время искать интересную информацию, читать об истории местных предприятий и в интересной форме рассказать о том, что сделано в Волгограде.